Дмитрий Сергеевич, скажи пару слов. Сейчас мы начнем уже. Все. Мы почти готовы, Леонид Антонович. Спасибо. Все в некотором томлении, поэтому я решил оживить обстановку. Нам здесь проще в обществе. Значит, по вопросам. Меня слышно? Да, слышно. Первое. Прошу всех членов совета включить камеры, если не отваливается сеть у вас, чтобы было вас видно. Это первое. Второе. Оппонентов при подключении прошу показывать рядом с лицом раскрытый паспорт, чтобы можно было сличить. Если оппонент не член совета. Да, естественно, если оппонент не член совета. Третье. У нас планируется сегодня два заседания, две защиты. Первая защита в очно-заочном формате. Вторая защита в чисто заочном формате, потому что соискатель находится в Федеративной Республике Германия. А мне надо снимать вторую? Нет, вторую снимать не надо. Все, хорошо. Значит, по времени, значит, мы планируем, что каждая защита не превысит полутора часов, и между защитами, наверное, мы объявим перерыв 20-30 минут для того, чтобы... 20 минут. Хорошо? Ну, давайте. Это мое предложение. Да, 20 минут, чтобы мы могли перенеститься в другое место. И, да. Значит, мы из этого зала уйдем на вторую защиту. Все тут доска. Из рабочих мест будем работать. Из рабочих мест будем работать. А что хочет делать Александр Израилевич, да. Оппонент? Ну, значит, найдем ему место. Может, здесь, например. Да, он здесь можно, пожалуйста. А, отсюда, да? Хорошо. Пожалуйста, отсюда можно. Хорошо. Да, решим вопрос, да. Решим. С техническими средствами решим вопрос. Да, все. Все, посчитали. Сейчас начинаем. Давайте. Давай, пометь, сколько их того и пойдем. Нет, еще. Я ведь, в принципе, тоже могу отсюда работать, да? Да, конечно, конечно. На второй защите, никто, да? Не запрещает. Понятно. То есть у нас здесь технически все возможно. Да. Если легально отсюда сидеть, значит, мы с вами сидим. Еще раз попросила всех. Да. Давай, мы эту бумажку, я тебе дала, ты ее забрала. Добрый день, глубоко уважаемые члены Дистанционного совета. Еще раз прошу включить всех камеры. Значит, кворум у нас учитывается через Microsoft Forms. Зарегистрировалось 11 человек, из них 4 доктора по профилю рассматриваемой диссертации. На заседании присутствуют члены диссовета. Сейчас мы опросим всех членов диссовета, чтобы они сообщили, что они присутствуют. Пожалуйста. Севастьян Леонид Антонович. Да, присутствую. Присутствую точно. Самойлов Константин. Да, я здесь. Присутствует точно. Кулявов Дмитрий Сергеевич. Присутствует точно. Демидова точно. Уголёбов Александр Николаевич. Присутствую. Вейдамака Юлия Васильевна дистанционно. Дистанционная. Дружинина Ольга Валентиновна дистанционно. Да, дистанционно. Ланеев Евгений Борисович дистанционно. Малых Михаил Дмитриевич. Присутствую. Рыбаков Юрий Петрович. Юрий Петрович, микрофон.
Я присутствую, да. Отключился микрофон. И Степан Сергей Николаевич. Сергей Николаевич, Степанов. Тоже без микрофона. Сергей Николаевич, Степанов. Да, извините, я выключил в прошлый раз. Я тут дистанционно. Кого у нас один член совета, трое присутствует очно, остальные дистанционно. Таким образом, разрешите открыть заседание. На повестке дня защита диссертации Агеева Кирилла Анатольевича на тему «Система массового обслуживания с дискретным распределением требований к ресурсам и их применение к расчету вероятных характеристик беспроводных сетей». Диссертация представлена на соискании ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 05-13-17 теоретические основы информатики. Научный руководитель, кандидат математических наук, доцент прикладной информатики, кафедры прикладной информатики, факультета физико-математических и естественных наук РУДН, Сопин Эдуард Сергеевич. Нечего возражений по повестке дня? Если возражений нет, приступаем к рассмотрению диссертации. Работа выполнена на кафедре прикладной информатики теории вероятности РУДН. Официальные оппоненты. Доктор физико-математических наук Зейфман Александр Израилевич. Доктор технических наук Степанов Сергей Николаевич. Кандидат физико-математических наук Горбунова Анастасия Владимировна. Слово для оглашения документов, имеющихся в деле соискателя, предоставляется ученому секретарю совета Анастасии Вячеславовне Демидовой. Пожалуйста, Анастасия Вячеславовна. Соискатель Агеев Кирилл Анатольевич, 1993 года рождения, в 2017 году окончил Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования Российский университет дружбы народов по направлению фундаментальной информатики и информационной технологии. С 22 сентября по 1 июля 2017 по 1 июля 2021 обучался в аспирантуре по программе подготовки научно-педагогических кадров по направлению соответствующим научной специальности 05-13-17 теоретические основы информатики, в которой подготовлена диссертация на кафедре прикладной информатики теории вероятности. Период подготовки диссертации являлся младшим научным сотрудником кафедры прикладной информатики теории вероятности Российского университета дружбы народов. В настоящее время работает в должности ведущего аналитика в обществе с ограниченной ответственностью информационной технологии будущего. Диссертация выполнена на кафедре прикладной информатики теории вероятности факультета физико-математических и естественных наук Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования Российского университета дружбы народов Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. Научный руководитель, кандидат физико-математических наук, доцент Сопин Эдуард Сергеевич, доцент кафедры прикладной информатики теории вероятности РУДН. Материалы личного дела и документы предварительные экспертиз соответствует требованиям о положении о порядке присуждения ученых не в Российском университете трудных народов. Все документы имеются в книге. Будут ли вопросы в связи с оглашением документов? Если вопросов нет, то слово предоставляется соискателю для доклада. Пожалуйста, вам 20 минут на доклад. Будьте любезны. Уважаемые члены диссертационного совета, представляю вашему вниманию диссертацию на тему «Система массового обслуживания с дискретным распределением требований к ресурсам и их применение к расчету вероятностных характеристик беспроводных сетей», подготовленной на кафедре прикладной информатики и теории вероятности Российского университета дружбы народов под руководством кандидата физико-математических наук, доцента Сопина Эдуарда Сергеевича. Целью работы являлось построение модели ресурсных систем массового обслуживания с дискретным распределением требований к ресурсам и сигналами для анализа показателей эффективности беспроводных сетей с подвижными пользователями, в том числе в условиях сегментирования радиоресурсов. На слайде 2 представлены задачи, которые вытекают из цели исследования и последовательно решаются в диссертационной работе. На слайде 3 перечислены положения, выносимые на защиту, которые именно в таком виде сформулированы в автореферате последовательно изложены диссертации, состоящие из трех глав.
первой главе описаны особенности распределения радиоресурсов беспроводной сети, формализована модель планировщика радиоресурсов, единоресурсной системы массового обслуживания со случайными требованиями. С учетом особенностей работы планировщика была выведена функция распределения требований к ресурсам. Во вторая глава посвящена анализу ресурсных систем массового обслуживания, в том числе с сигналами, и разработке алгоритмов вычисления вероятственных характеристик. Разработан рекуррентный алгоритм для расчета вероятных временных характеристик, который позволяет в ходе вычисления нормирующей константы вычислять характеристики системы. Построена ресурсная модель с сигналами, а также разработан приближенный подход для анализа характеристик. В третьей главе проводился анализ систем массового обслуживания с учетом сегментирования ресурсов в сети. Формализована модель сегментирования радиоресурсов с изоляцией сегментов. Проведен анализ неполнодоступной модели сегментирования радиоресурсов. Перехожу к результатам первой главы. Рассмотрим на примере принцип работы одного из планировщиков Full Power. На рисунке 1.1 расположены три устройства. Первый и второй неподвижны. Третье устройство расположено на разном расстоянии от базовой станции для двух случаев, которые детализированы на рисунке 1.2 и 1.3. Все устройства работают на максимальной мощности, а временной ресурс делится пропорционально достижимой скорости передачи. В случае А на рисунке 1.2 устройство 3 получит достаточный временной интервал для достижения необходимой скорости. В случае Б на рисунке 1.3 устройство расположено далеко и не сможет получить достаточный временной интервал для взаимодействия, и запрос будет заблокирован. С учетом описанных выше особенностей планировщика Full Power сформулировано утверждение 1.1, по которому функция распределения вычисляется по формуле 1, а плотность ее по формуле 2. Здесь же на слайде представлены основные обозначения, которые участвуют в формулах 1 и 2. На слайде 7 представлена модель обслуживания сессий беспроводной сети. В системе имеется ресурс ограниченного объема R и N приборов. Так как ресурсом считается доля временного такта, то объем ресурсов равен единице. Заявки поступают с интенсивностью лямбда. При поступлении заявка занимает один прибор и необходим для нее ресурс. Если для поступающей заявки не хватает прибора или свободного ресурса, то такая заявка блокируется. Заявка обслуживается с интенсивностью μ, при этом освобождает прибор и объем ресурсов. Поведение системы описывается двумерным марковским случайным процессом, где первый компонент – это число заявок в системе, второй компонент – вектор объемов занятых ресурсов. В работе получены стационарные вероятности, которые определяются формулами 3 и 4, также формула для вычисления вероятности блокировки заявок и формула для вычисления среднего объема занятого ресурса. Стоит обратить внимание, что в приведенных формулах используются кратные свертки функции распределения требований к ресурсам, вычисление которых численными методами приводит к существенным сложностям. В связи с этим был применен подход аппроксимации функции распределения требований к ресурсам с помощью гамма-распределения, которое выбрано из-за того, что свертки произвольной кратности плотности распределения вычисляются аналитически. Была проведена аппроксимация параметров гамма-распределения по полученной в утверждении 1.1 плотности средствами MATLAB. Такими распределениями тяжело приблизить значение исходного распределения, погрешность при этом довольно высокая. В связи со сложностями расчетов для непрерывных функций распределения требований к ресурсам проводилась адаптивная дискретизация. Такой подход позволяет аппроксимировать с произвольной точностью дальнейшие проверки с дискретными распределениями. Во второй главе для расчета вероятности временных характеристик ресурсной системы массового обслуживания разработан рекуррентный сверточный алгоритм. Основные обозначения параметров системы остаются неизменными. Рассматривается общий случай с M-типами ресурсов. Для дискретного ресурса в работе получены стационарные вероятности, которые определяются по формулам 8 и 9. Для расчета нормирующей константы G от NR введены функции H от NR, для рекуррентного расчета которых сформулировано утверждение 2.1. Для рекуррентного расчета нормирующей константы G от NR сформулировано утверждение 2.2. Стоит отметить, что вычисление функции G от NR, расчет характеристик модели можно проводить без стационарных вероятностей.
Для этого в работе сформулировано утверждение 2.3, которое задает формулу расчета вероятности блокировки заявок, среднего объема занятого ресурса и второго момента занятого ресурса. Для того, чтобы учесть передвижение пользователя внутри сети, была построена модель системы массового обслуживания с ресурсами, с сигналами, где сигнал характеризует перемещение пользователя и, соответственно, изменение требования к ресурсу. В отличие от рассмотренной ранее модели, в текущей модели добавлен поток сигналов, которые поступают с интенсивностью гамма. В этот момент заявка освобождает занимаемый прибор и ресурс и поступает в систему уже с новым требованием, которое определяется в соответствии с тем распределением. Если для заявки недостаточно ресурсов, то она будет заблокирована. Система описывается двумерным марковским случайным процессом, где первый компонент – это количество заявок в системе в момент времени t. Второй компонент – это общий объем занятого ресурса. Константа состояния описывается формулой 16. Анализ системы выполняется с помощью системы уравнения равновесий, решение которой выполняется численно и требует значительных вычислительных мощностей при масштабировании системы массового обслуживания. Имея стационарное распределение, выведены формулы для вычисления характеристик системы. Это формула 22 для расчета вероятности блокировки при поступлении заявок в систему, формула 23 для расчета среднего объема занятого ресурса, формула 24 для расчета вероятности блокировки при поступлении сигнала. На слайде 13 представлен разработанный в работе подход для приближенного анализа системы сигналами. Суть подхода заключается в том, что поступление сигнала представлено как новый поток заявок с интенсивностью n с волной гамма, где n с волной – это среднее число заявок в системе. Для анализа характеристик необходимо выполнить объединение распределения требований к ресурсам по формуле 25. Тогда вероятностные характеристики можно вычислить по представленному ранее рекуррентному алгоритму. В дополнение к ним по формуле 26 вычисляются вероятности блокировки для определенного типа заявок, а по формуле 27 – среднее число заявок в системе. Стоит отметить, что правая часть формулы 27 также зависит от среднего числа заявок в системе. Среднее число заявок в системе в стационарном режиме удовлетворяется отношению 28. Подставляя значение нагрузки ρ в это соотношение, ведем функцию z от x. Было сформулировано и доказано утверждение 24 о том, что функция z от x имеет единственную стационарную точку, являющуюся решением уравнения x равное z от x. Причем найти это решение можно методом простой итерации. Для реализации метода оперативно рассчитывается среднее число заявок в системе с заданной точностью. При достижении заданной точности вычисляются остальные характеристики системы. На слайде 14 представлены результаты численного эксперимента, в котором сравнивались результаты вычисления в исходной модели и в приближенной. Исходные данные для вычисления подобраны так, чтобы показать изменение характеристик при изменении предложенной нагрузки. Как показал эксперимент, погрешность вычисления составляет до 10% для вероятности блокировки поступления заявок и для среднего объема занятого ресурса. Перехожу к результатам главы 3. Ресурсные системы массового обслуживания могут быть использованы для анализа сегментирования сети. На слайде 16 изображена примерная схема взаимодействия виртуальных операторов, мобильного оператора и блоков управления радиоресурсами. Перед тем, как модуль управления виртуальными ресурсами выделит ресурс для виртуального оператора, выполняется сбор сведений с локальных модулей управления и анализ требований пользователя к радиоресурсам. Была построена модель сегментирования ресурсов, представленная на слайде 17. В работе получено пространство состояний, которое определяется по формуле 32, а количество заявок – формуле 31. Выделяемый заявкам ресурс может принимать значение от AS до BS. Каждый сегмент имеет гарантированное количество заявок, которое он может обрабатывать единовременно и в то же время использовать свободный ресурс других сегментов. Система находится в данном пространстве состояний. В сегмент S поступает заявка, тогда возможна следующая ситуация. Для заявки, поступающей заявки, достаточно ресурсов, тогда она будет принята в систему. Для заявки недостаточно ресурсов, но при этом сегмент укладывается в гарантированный объем заявок. В таком случае будут сняты с обслуживания заявки сегментов нарушителей. И если заявка
поступающий сегмент ТЭС превышает гарантированный объем и при этом ресурсов недостаточно, то такая заявка сразу же блокируется. В работе сформулированы формулы для множества состояний сброса заявок при поступлении и для множества состояний прерывания обслуживания. А освобождение ресурсов требуется в случае, если заявка поступает в сегмент, который не является нарушителем. При этом она не может быть принята в систему из-за нехватки свободного ресурса. В таком случае выполняется ряд шагов. Сначала находится сегмент сети с наименьшим весом, затем сбрасывается одна заявка найденного сегмента. И если ресурсов достаточно, то заявка принимается в сегмент S. Если нет, то процесс повторяется. В работе сформулированы формулы 36, 37 и 38 для определения весов сегментов. При каждом изменении состояния системы выделенные ресурсы для сегментов сети оптимизируются в соответствии с логарифмической функцией полезности по формуле 39. В работе сформулирована задача оптимизации сегментирования ресурсов по формулам 40, 41 и 42. Решение задачи выполняется численно с помощью приближенного метода проецирования градиента, в котором итеративная процедура поиска максимума описывается соотношениями 43, 44, 45. Анализ системы проводился на разработанном инструменте имитационного моделирования. Использовался метод Монте-Карло. На слайде 20 представлены результаты численного эксперимента. Исходные данные для проведения расчетов были взяты в соответствии с требованием в сети LPE в диапазоне 10 МГц. Были посчитаны следующие характеристики. Средний объем занятого ресурса. Вероятность блокировки заявок при поступлении в сегмент и доля времени, которое сегмент является нарушителем. Анализ результатов показал адекватность решения задачи оптимизации сегментирования ресурсов. В исследовании была построена неполнодоступная модель сегментирования ресурсов. В такой модели ресурс разделен на K+1 блоков. Каждый блок моделируется как ресурсная система массового обслуживания с NK-приборами и RK-ресурсов. В каждый блок поступает поток заявок с интенсивностью λK и со своим распределением вероятности. Заявка обслуживается с интенсивностью μK. Если для заявки недостаточно ресурсов в блоке назначения, то заявка перенаправляется в общий блок. Если же в общем блоке недостаточно ресурсов для обслуживания, то заявка блокируется. В работе получены формулы 46 и 47 для расчета стационарных вероятностей, распределение требований к ресурсам заявок, заблокированных при поступлении в блоки с первого по пятый, определяется по формуле 48. Для предложенной нагрузки на общий блок работ. На общий блок проводится получена формула 49. На основе изложенного формулируется утверждение 3.1, по которому распределение вероятности для общего блока вычисляется по рекуррентному сверточному алгоритму из второй главы по формуле 51. На слайде 22 представлены результаты численного эксперимента. В верхней части слайда представлены исходные данные для проведения расчетов. Распределение требований было рассчитано на основании близкого к реальному сценарию использования сети LTE. Были посчитаны следующие характеристики. Вероятность перенаправления заявки в общий блок и вероятность блокировки заявки. В заключении доклада на слайде 24 представлена научная новизна работы. На слайде 25 перечислены основные результаты работы. На слайде 26 перечислены основные публикации в научных изданиях, в которых отражены основные результаты исследования. На этом мой доклад завершен. Спасибо за внимание. Готов ответить на ваши вопросы. Большое спасибо. Еще раз прошу всех членов диссовета включить камеры. Какие будут вопросы к соискателю? Да, я вижу, вот вопрос есть. Ирина Андреевна Кочеткова, пожалуйста. Да, спасибо. Кирилл Анатольевич, не могли бы вернуться к слайду 23, где вы показываете графики для второй модели, да, из главы 3. Вот интересное поведение вероятности блокировки. Смотрю, что для двух блоков возрастает, а для первого убывает. Не могли бы пояснить, почему такое поведение? Спасибо за вопрос, Ирина Андреевна. На графике видно, что, как вы сказали, вероятность блокировки для второго и третьего блока растет,
для первого блока она значительно выше, но при этом уменьшается. Это обусловлено тем, что в данном эксперименте ресурс для сегментов, для блоков сети выделен одинаковый. И при его уменьшении, в связи с тем, что предложенная нагрузка на первый блок гораздо выше, то есть, соответственно, поток заявок из первого блока в общий блок гораздо выше, чем из второго и третьего блока. В связи с этим заявки первого блока занимают больше общего объема ресурсов. Отсюда и снижение вероятности блокировки. Это мой ответ. Угу. Да, спасибо. Спасибо, Кирилл. Юлия Васильевна Бейдамака подняла руку для вопроса. Юлия Васильевна, пожалуйста. Спасибо, Дмитрий Сергеевич. Кирилл, откройте, пожалуйста, слайд с моделью второй главы. Ага, да, здесь. Правильно ли я понимаю, что у вас есть поток заявок, на которые поступают сигналы, и сигналы моделируют, например, изменение местоположения абонента? Извините, пожалуйста, очень... Юлия Васильевна, выключите камеру, пожалуйста, и скажите, это что-то у вас задержки. Ага, вот так вот. Попробуем сканер. Лучше стало? Нет. Ну, в принципе, мы разбираем, Дмитрий Сергеевич. Да, помедленнее просто. Просто помедленнее еще, Юлия Васильевна, а так в целом понятно. Поняла. Ну, теперь вообще не слышно. Нет, видимо, сейчас звонок. А, звонок, понятно. Сейчас. Да, Юлия Васильевна, пожалуйста. Правильно ли я понимаю, что сигналы здесь в вашей модели моделируют изменение местоположения абонента? Верно, да. Сигналы показывают. Тогда, как я понимаю, после поступления сигнала объем ресурса должен быть переразыгран, и он может иметь другое распределение, нежели чем первоначально выделенный ресурс. А у вас я вижу и над верхней стрелкой распределение PL, и над нижней стрелкой то же самое распределение PL. Правильно я понимаю, что это упрощение? Да. И тогда скажите, насколько усложнилась бы модель, если бы мы рассматривали разные распределения? Спасибо за вопрос, Юлия Васильевна. Да, все верно. В работе рассматривалось одно и то же распределение требований для вновь поступающих заявок и для заявок, обслуженных, и для заявок, поступающих при срабатывании сигнала. Для того, чтобы различать требования к ресурсам для вновь поступающих заявок и для заявок, поступающих при срабатывании сигнала, необходимо изменить случайный процесс в исходной модели. Он станет четырехмерным, так как нужно отдельно учитывать вероятность количества заявок, вновь прибывших, и их объем занятого ресурса, и количество заявок, поступивших после срабатывания сигнала, и объем занятых ресурсов ими. Однако в упрощенной модели этого делать не потребуется, так как распределение требований к ресурсам объединяется по формуле 25. На этом... Спасибо. Еще раз прошу всех членов диссовета включить камеры. Примите советы, пожалуйста, все включите камеры. Ух, слышно, наверное, Дмитрий Сергеевич. Уважаемые коллеги, включите, пожалуйста, камеры. А можно сказать конкретно, кто не включил, тогда они услышат и включат. Вот Леонид Антонович, видно, что включил. А он и был включен. Это значит, нужно оживить. Да, Дукадир, кто не включил? Включите презентацию. Нам придется, что он скоро... Дукадир, кто не включил камеры? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь.
Ни члены совета могут не включать камеру. Татьяна, выключи, пожалуйста, камеру. Татьяна, вы занимаете слот. Выключите. Татьяна, ага, спасибо. Ты тоже выключи. Да, тоже камеру. Угу. Так еще. Ну да, все, все нормально, да. 9 человек. Так, я тоже отключу камеру, чтобы не занимать слово. Все, спасибо, коллеги. Оставляем камеру включенную. Включенную, пожалуйста. К нам могут быть претензии по отсутствию кворума. Есть ли еще вопросы к соискателю? Если вопросов нет, тогда формально мы должны объявить технический перерыв. Я предлагаю работать без перерыва. Поддерживаем, Михаил Сергеевич. Слово предоставляется научному руководителю соискателя Сопину Эдуарду Сергеевичу. Спасибо. Я, пожалуй, встану. Я бы хотел для начала характеризовать, как в целом получались эти результаты. Формат изложения, вот, распределения результатов по баллам в целом соответствует хронологии получения результатов. Когда Кирилл Анатольевич поступил в аспирантуру, мы в это время уже занимались ресурсным СМО и уже были получены некоторые результаты, но для дискретного распределения требований к ресурсам. Вот, и поэтому перед Кириллом изначально была поставлена задача посмотреть, что же мы можем сделать в случае непрерывного ресурса, непрерывного распределения требований к ресурсам. Вот. И в результате мы получили те результаты, которые были изложены в галле 1. Была получена функция распределения требований к ресурсам непрерывного типа, но она оказалась очень сложной. Вычисление преобразования области теса от нее аналитически были невозможны. Поэтому мы искали другие методы для расчета стационарных вероятностей. Попытались провести аппроксимацию функции распределения другим непрерывным распределением, у которого аналитически вычисляются свертки. Но здесь тоже вышли у нас серьезные погрешности, поэтому в дальнейшем мы сосредоточились на, именно на возможности дискретизации непрерывных распределений, которые позволяют это сделать с произвольной точностью, и разработки методов для анализа ресурсов с дискретным распределением требований к ресурсам. В целом, Кирилл Анатольевич проявил себя очень самостоятельно, то есть большую часть работы он сделал самостоятельно, с небольшим моим участием. При этом проявил исключительную пунктуальность и работоспособность. Надо отметить, что во время обучения последние 3 года аспирантуры он получал в том числе и премию-стипендию президента Российской Федерации для аспирантов. Он участвовал был исполнителем в ряде научных грантов, выполнявшихся на нашей кафедре. Вот. И при всем при этом, помимо работы в науке, он еще и работал вне университета. За время подготовки диссертации у него родились 2 дочки. Вот. И несмотря на все это, человек, Кирилл Анатольевич, вовремя подготовил диссертацию. Вот. На мой взгляд, это очень много говорит о нем, как о человеке и ученом. В связи с этим, с учетом вот его результатов, в связи с его несомненными профессиональными и личностными качествами, я считаю, что Кирилл Анатольевич является квалифицированным и сложившимся молодым ученым. И считаю, что он заслужит присуждения ему степени кандидата физико-математических наук. Спасибо. Большое спасибо. Есть ли вопросы к Эдуарду Сергеевичу? Если вопросов нет, тогда слово для оглашения отзывов, полученных на диссертацию, предоставляется ученому секретарю совета Анастасии Вячеславовне. Пожалуйста, Анастасия Вячеславовна. Ну, где имеется заключение Организации Российского университета Дружбы народа, принятое на заседании кафедры прикладной информатики, теории вероятности, факультет физико-математических и естественных наук, где была выполнена данная диссертация. Содержание заключения положительное. На автореферат отзывов не получено. Официального оппонента сейчас озвучили? Да, один официальный оппонент у нас отсутствует, поэтому, пожалуйста,
зачитайте отзыв официального оппонента, который отсутствует. Так, на диссертацию поступил отзыв от официального оппонента Горбуновой Анастасии Владимировны, старшего научного сотрудника Института проблем управления имени Трофименко в Российской академии наук. Отзыв положительный, поэтому можно его, я его просто зачитаю. Актуальность темы диссертации. Развитие беспроводных технологий связи ведется активными темпами и является основным трендом мировой телекоммуникационной индустрии. Несмотря на то, что внедрение сети пятого поколения фактически едва началось, разработка и подготовка к развертыванию беспроводных технологий шестого поколения, которые предполагают увеличение скорости передачи данных в разы в сравнении с имеющимися на сегодняшний день возможностями, идет полным ходом. В связи с высокой конкуренцией в этой области имеется серьезный запрос на проектирование, подразумевающее эффективные технические решения и, соответственно, реализацию сетей данного класса. Проектирование, как правило, направлено на предсказание поведения системы в различных условиях и, как следствие, определение необходимого количества ресурсов для поддерживания требуемого качества оказываемых сети услуг. С другой стороны, поставщики услуг во избежание излишних затрат на оборудование и его эксплуатацию стремятся к оптимальному соотношению качества оказанных услуг и необходимых для его поддержания расходов. Одним из решений данного вопроса является аренда оборудования у владельцев инфраструктуры виртуальными сетевыми операторами. Что касается поддержания качества оказанных услуг на должном уровне, то здесь возможны такие варианты, как модернизация оборудования и ресурсов, усовершенствование алгоритмов распределения ресурсов, которые могут быть разработаны и применены в зависимости от особенностей заключенного соглашения о качестве предоставляемых услуг. Основным инструментом исследования сети связи являются подходы и методы математической теории телетрафика, как одной из ветвей теории массового обслуживания. С ее помощью можно исследовать использование ресурсов базовых станций пользователями, а также их поведение в сети, что в итоге позволяет провести полноценный анализ модели сети и скорректировать параметры, влияющие на основные показатели ее производительности. Например, изменить вес того или иного виртуального оператора. Ввиду вышеизложенного, считаю, что тема диссертационной работы Агеева Кирилла Анатольевича является актуальной и соответствует специальности 05-13-17 теоретические основы информатики. Характеристики и содержание диссертационной работы. Диссертация состоит из введения трех глав, заключения списка сокращений, обозначения, а также библиографии. Было введение обоснованно актуальность исследований, сформулированных целей и задач. Первой главой построена система массового обслуживания с ресурсами на основе принципа работы планировщика ресурсов базовой станции. Формализована функция распределения требований к ресурсам, приведены результаты приближенного анализа для расчета вероятности временных характеристик. Во второй главе проводится анализ ресурсных систем массового обслуживания с сигналами. Описан рекуррентный сверточный алгоритм, который позволяет вычислять характеристики систем в процессе расчета нервирующей константы. Рассмотрены системы массового обслуживания с сигналами. Описан приближенный метод ее анализа. Проведен сравнительный анализ результатов приближенного метода и результатов, полученных с помощью индукционного моделирования. В третьей главе описываются технические особенности взаимодействия между операторами мобильной связи и виртуальными сетевыми операторами, а также особенности распределения ресурсов между сегментами сети. Построена модель сегментирования радиоресурсов, сформулирована и решена задача оптимизации распределения ресурсов. Рассмотрена упрощенная модель сегментирования ресурсов на основе неполнодоступной стратегии для системы с дискретным ресурсом. В заключение приведены основные результаты диссертационного исследования. Достоверность и новизна результатов диссертации. Представленные в диссертации результаты с учетом сделанных предположений являются достоверными, что обосновано применение строгих математических выкладок и доказательствах утверждений. На достоверность указывает то, что исследованные модели построены им и модифицированы с учетом требований международных стандартов для беспроводных сетей. Области значения параметров систем для выполненного диссертации численного анализа соответствуют данным, взятым из открытых источников. Основные результаты диссертации вошли в работы, опубликованные в лицензируемых печатных изданиях, и обсуждались на российских и международных конференциях, что также подтверждается достоверностью.
построены в первой главе модели планировщика базовой станции в виде ресурсной системы дискретным ресурсом, в отличие от известных, используется дискретная функция распределения требований к ресурсам. Разработанный во второй главе рекуррентно-сводочный алгоритм характеризуется одновременным вычислением вероятностных характеристик нумерочной константы. Также во второй главе приведено упрощение модели сигналами в виде замены потока сигналов на отдельный поток заявок, который зависит от среднего числа заявок в системе. Построенная в третьей главе модель системы массового обслуживания с неполнодоступной схемой разделения ресурсов, в отличие от известных, позволяет получить аналитические выражения для вероятностных временных характеристик модели сегментирования радиоресурсов. Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных диссертацией. Положение диссертации основано на приведенных в работе утверждениях, доказанных в рамках теории марковских случайных процессов, методов теории вероятности, теории массового обслуживания, а также на результатах численного анализа для исходных данных, близких к реалиям. Сформулированные в диссертации выводы обоснованы приведенными доказательствами и согласуются с практическими рекомендациями в области применения стандартов для исследования новых технологий беспроводной связи. Результаты, полученные в диссертационной работе, имеют теоретическую и практическую значимость. Примером применения результатов на практике может служить то, что разработанные методы и аналитические формулы могут быть использованы владельцами инфраструктуры беспроводной сети при управлении распределением ресурсов между виртуальными мобильными операторами и отдельными услугами. Например, для взаимодействия между устройствами для контроля нарушителей и обеспечения качества предоставляемых услуг. Теоретическое значение дистанционной работы заключается в получении методов и математических моделей на основе математического аппарата и исключения процессов теории массового обслуживания. По теме диссертационного исследования опубликовано 15 работ, одно в издании ВАХ и ДАНГ, и список РОДУЭН, и перечень РОДУЭН в 7 изданиях, входящих в базовые данные Scopus Web of Science. Результаты исследований прошли необходимую апробацию и более чем на 10 международных конференциях и семинарах. Содержание автореферата полностью соответствует положениям диссертационного исследования и замечаниям к диссертационной работе. В главе 1 при описании модели планировщика отсутствует в явном виде предположения, которые показали бы ее отличие от модели с непрерывным требованием к ресурсу. В главе 2 при анализе упрощенной модели требований к ресурсам необходимо выделить причины, по которым две характеристики вычисляются погрешностью 5-10%, а другие имеют большую погрешность. В главе 3 приводится описание мутационной модели, используемой в рамках проведения численного эксперимента. При этом критерием остановки мутационного моделирования является метод доверительных интервалов, суть которого из проведенного описания не ясна. Также не указаны конкретные значения упомянутых доверительных интервалов и не проведено количество заявок, пропускаемых через мутационную модель при проведении эксперимента. Отмеченные недостатки не снижают научную ценность полученной в диссертационной работе результатов. При заключении диссертационная работа Агеева Кирилла Анатольевича на тему «Система массового обслуживания дискретным распределением требований к ресурсам и применения к расчету вероятностных характеристик беспроводных сетей» является законченной научно-квалификационной работой, содержащей новое решение актуальной задачи, возникающей при управлении распределением ресурсов базовой станции. Работа соответствует требованиям, предъявляемым к диссертации на состояние ученой степени кандидата физико-математических наук, согласно пункту 2.2 раздела 2 положения при присуждении ученых степеней в Российском университете дружбы народов. Ее автор Агеев Кирилл Анатольевич заслуживает присуждения ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности на 15-17 теоретические основы информатики. Спасибо, Анастасия Вячеславовна. Слово для ответа официальному оппоненту предоставляющий искатель. Согласен со всеми замечаниями Горбунова и Анастасии Владимировны. Хотел бы прокомментировать второе замечание касательно характеристик во второй главе. Характеристикам, которые имеют погрешность более 10% в приближенной модели,
с сигналами можно отнести вероятность блокировки при поступлении сигнала. Это характеризуется тем, что в исходной модели при срабатывании сигнала заявка освобождает определенный объем ресурсов и прибор. А в приближенной модели этого нет. Вместо этого второй поток заявок, который поступает с интенсивностью, с учетом, который учитывается среднее число заявок в системе и интенсивность поступления сигналов. На этом мой ответ оппоненту завершен. Спасибо. Есть ли вопросы к соискателю по поводу ответа? Нет, нет вопросов. Тогда слово предоставляется оппоненту, доктору физико-математических наук Зейфману Александру Израилевичу. Александр Израилевич. Спасибо. Прямо с места, да, пожалуйста. Так. Благодарю, во-первых, совет за приглашение в качестве оппонента. Так, слышно или громче? Чуть громче. Так, первый момент – это актуальность темы диссертационной работы. За последние несколько лет количество пользователей беспроводных устройств резко выросло. По прогнозу, в 2023 году ожидается, что их будет больше 5 миллиардов. При этом у многих пользователей имеется не одно устройство. Так что рост нагрузки на инфраструктуру беспроводных систем ожидается очень большим. Основным критерием оценки предоставляемых услуг – это показатель качества сервиса, он должен соответствовать международным стандартам и заключать соглашение о качестве предоставляемых услуг. Вместе с сервисами развивается инфраструктура для организации их предоставления. Эта услуга или сегмент услуг может оказываться, в частности, виртуальными сетевыми операторами. В этом случае они действуют как арендаторы оборудования, а владельцами являются мобильные операторы. Для того, чтобы обеспечить предоставление услуг на соответствующем уровне quality of service, необходимо контролировать и управлять ресурсами инфраструктуры. Например, можно использовать различные алгоритмы балансировки и распределения ресурсов базовых станций мобильных операторов. Для решения такого типа задач можно использовать аппарат математической теории телеграфика, строить и анализировать соответствующую систему массового обслуживания, проводить анализ использования ресурсов базовых станций пользователей и проведения их в сети. После этого можно анализировать соответствующие модели и управлять параметрами конфигурации инфраструктуры. Поэтому тема диссертационного исследования Алиева Кирилла Анатольевича «Система массового обслуживания дискретного распределения требований ресурсов и их применения к расчету вероятностных характеристик беспроводных сетей» несомненно актуальна и соответствует специальности Евро-5-13-17. Характеристика содержания. Диссертация включает в себя введение, три главы, заключение, список обозначений, список литературы, приложений. Проведение стандартно обоснована актуальность, сформулирована цель, основное положение работы. В первой главе построена система массового обслуживания с ресурсами с учетом принципа работы планировщика ресурсов базовой станции Full Power. С учетом особенностей требований ресурсов, организована функция распределения требований, приведены результаты аппроксимации и дискретизации функции распределения требований к ресурсам для анализа вероятности выполнения характеристик. На второй главе проводится анализ ресурсных систем массового обслуживания сигналами. Посмотрим приближенный подход. В основе подхода лежит интерпретация сигнала как отдельного потока заявок. А расчет характеристик проводится с помощью рекуррентного сверточного организма, алгоритма. Приведено сравнение результатов приближенного метода и результатов, которые получены при помощи имитационного моделирования, оказывается, что точность составляет 5-10%. В третьей главе рассматриваются принципы и технические особенности взаимодействия между операторами мобильной связи и виртуальными сетевыми операторами при сегментировании радиоресурсов. Рассмотрена модель сегментирования радиоресурсов. Поставлена и решена задача оптимизации распределения ресурсов и сочисленный эксперимент.
приведено описание средств вибрационного моделирования, описана упрощенная модель сегментирования ресурсов на основе гипогонастопной стратегии. В заключении сформулированы основные результаты исследования. Достоверность и новизна результатов диссертации. Достоверность теоретических результатов, которые получены в третьей главе, обоснованы приведенными доказательствами утверждений. Достоверность численных расчетов подтверждается анализом частных случаев, исследованных моделей и методов для некоторых известных ситуаций. Первая и вторая глава достоверность научных выводов подтверждается выбранными методами исследования, а именно применение апробированных математических методов аппарата теории массового обслуживания маркетинговых процессов, а также численных экспериментов, которые показали соответствие результатов расчетов по аналитическим формулам приближенного и точного подхода с результатами имитационного моделя. Диссертация содержит новые результаты в каждой из трех глав. В первой главе построена модель базовой станции в виде ресурсной основы с дискретным ресурсом с учетом особенностей планировщика радиоресурсов. Она отличается использованием дискретной функции распределения первых ресурсов для поступающих заявок, что позволяет учитывать особенности работы базовых станций. Во второй главе построена упрощенная модель с сигналами. В ней использован подход, при котором поступление сигнала заменяется на отдельный поток заявок, зависящий от среднего числа заявок в системе. Отличием является и применение разработанного сверточного рекуррентного алгоритма для параллельного расчета характеристик предыдущей поставки. Построенная в третьей главе модель сегментирования ресурсов отличается применением задачи оптимизации на основе функции полезности и функции ресурса, что позволяет более справедливо распределять ресурсы между субъектами. Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций сформулированной диссертации. Обоснованность полученных результатов подтверждается строгими математическими доказательствами. При этом используются методы теории вероятности, массового обслуживания и марковских процессов. При анализе построенных моделей использованы апробированные математические методы, а также известные пакеты прикладных программ, имеющихся в открытом доступе, в частности, для языка программирования Java, а также среда масштаб для решения математических задач. Ценность результатов работы для науки и практики. Результаты, полученные в диссертационной работе, имеют теоретическую и практическую ценность. Теоретическая значимость диссертационной работы заключается в применении теории массового обслуживания при создании математического аппарата для анализа вероятностно временных характеристик, таких как вероятность блокировки заявок при поступлении вероятности блокировки заявок при срабатывании сигнала, средний объем занятого ресурса, среднее число заявок в системе. Практическая значимость состоит в том, что разработанные алгоритмы расчета вероятностно временных характеристик могут применяться мобильными операторами для управления сегментированием ресурсов между виртуальными мобильными операторами и отдельными услугами для обеспечения соответствия quality of service. Утверждение опубликования основных результатов научной печати. Основные результаты изложены в 15 работах, в том числе статья в журнале «Информатика» в входящем список ВАР и в серии изданий, входящих в базу данных «Scopus Web of Science Corporation». Соответствие и содержание автореферата основным положением диссертации. Автореферат полностью соответствует основным положением диссертации. Замечание. В работе имеется следующее замечание. В первой главе можно было бы более четко выделить преимущества и недостатки, связанные с выбором разных типов функций распределения природных ресурсов. Во второй главе значительная часть утверждений представляет полезные формулы для вычисления стационарных характеристик, построенных в системе массового обслуживания. По-видимому, целесообразно было бы более подробно обсудить вопросы, связанные с существованием этих стационарных распределений и скорости сходимости к ним для оценивания погрешностей, возникающих при замене переходных характеристик пределей. Но это уже я как математик подбираюсь. Третье. В главе 3 при построении и анализе содержательных и достаточно сложных моделей сегментирования радиоресурсов целесообразно было бы провести более подробное сравнение применяемых подходов. Четвертое. Основное внимание в работе уделяется моделям за следом времени. Стоило бы обосновать необходимость и преимущество дискретного времени к сравнению с непрерывным.
при изучении взаимодействия беспроводных сигналов. Диссертация имеет все отпечатки, следовало бы дополнительно провести вычетку документов. Однако отмеченные недостатки не снижают научную ценность, полученную в результате работы результатов. Заключение. Диссертационная работа Агеева на тему «Система массового обслуживания с дискретным распределением требований ресурсов и их применение к расчету вероятностных характеристик беспроводных сетей» является законченной научно-квалификационной работой, содержащей новое решение актуальной задачи по управлению трафиком и ресурсами базовых станций беспроводных сетей. Работа соответствует всем требованиям, предъявляемым диссертациям и соискания ученой степени кандидата физико-математических наук. Согласно пункту 2.2 раздела 2 положения о присуждении ученых степеней РУДМ, утвержденного ученым советом РУДМ 23.09.2019 года, автор работы Агеев Кирилл Анатольевич заслуживает присуждения ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности РУДМ 13.15 теоретические основы математики. Большое спасибо, Александр Израилевич. Есть ли у кого-нибудь вопросы к Александру Израилевичу? Нет. Если вопросов нет, тогда слово для ответа официально принято, то есть является исходным. Согласен со всеми замечаниями профессора Лейпмана Александра Израилевича. Хотел бы прокомментировать замечание номер 3. В исходной модели сегментирования радиоресурсов перераспределение ресурсов происходит при каждом изменении состояния системы. Также один сегмент сети может занять весь свободный ресурс, в то время как в упрощенной модели сегментирования ресурс жестко разделен между блоками, и заявки при поступлении в целевой блок могут переходить только в случае, если недостаточно ресурсов, могут перенаправляться в общий блок. Иными словами, в упрощенной модели используется неполнодоступная схема распределения ресурсов по терминологии Камоуна и Клейн-Рока. На этом мой ответ на замечание завершен. Большое спасибо. Удовлетворены официально понятны ответы на соискатели? Да, вполне. Спасибо. Слово предоставляется оппоненту, доктору технических наук Степанову Сергею Николаевичу. Сергей Николаевич, пожалуйста, вам слово. Так, надеюсь, мне паспорт не надо показывать, да? Хорошо, паспорт могу показать, если... Так, уважаемые члены совета, соискатель с должной полнотой изложил содержание работы. Моему выступлению предшествовало выступление двух оппонентов, третьего и первого, которые дали характеристику полученным результатам, поэтому я с разрешения членов совета остановлюсь на актуальности темы и дам характеристику полученным научным результатам. Ну и перечислю замечания и сформулирую сложившиеся у меня заключения по работе. Ну, вначале об актуальности. Всем понятно, что развитие одной из основных тенденций развития телекоммуникаций является необходимость совместного обслуживания потоков информационных сообщений, отличающихся существенным разнообразием требований к ресурсу и качеству обслуживания. Это просто вытекает из того, что все наши сети связи являются мультисервисными. Мультисервисность, она предполагает отличие сервисов как в требованиях к ресурсу, так и в качестве к обслуживанию. В настоящее время источниками информационных сообщений часто являются устройства телеметрии, видеокамеры и тому подобные всякие устройства. Они часто бывают элементами сети виртуального оператора, который предоставляет услуги сбора и обработки данных разного рода наблюдений, которые затем обрабатываются в аналитических центрах с целью принятия разнообразных решений. Все это вот регулируется положениями концепции интернета вещей, которые тоже активно развиваются. Нередко виртуальные сети разворачиваются в тех местах, где ограничено или вообще не имеется возможности применения фиксированной проводной связи. Это вынуждает виртуального оператора использовать ресурсы беспроводных сетей для обслуживания возникающих информационных потоков. В силу известных причин, в их число входят ограничения физического плана,
а также действия регулятора, направлены на создание конкуренции между мобильными операторами. Этот ресурс ограничен и должен использоваться с максимальной эффективностью. Это как бы преамбула. Ну и чтобы добиться этого результата, понятно, что нужно решить следующие две задачи. Ну, во-первых, построить модель формирования обслуживания сети связи, которая более точно отражает реалии работы действующих узлов беспроводного доступа. И, во-вторых, предложить исследовать сценарий распределения ресурса между поступающими потоками информационных сообщений, которые бы позволили создать условия для их дифференцированного обслуживания. Иначе, как показали численные эксперименты, они опубликованы, с ростом нагрузки на канал происходит неконтролируемое перераспределение ресурса между потоками отдельных сессий, в частности, сессии с малыми требованиями к ресурсу получают приоритет. И такое положение дел, оно может нарушить принятое соглашение об обслуживании и, так сказать, быть источником разного рода проблем. Решение сформулированной задачи, если она будет получена, даст возможность находить оптимальное соотношение между параметрами потоков запросов на информационное обслуживание и характеристики выпускной способности. Ну, оптимальное, так скажу в кавычках, субоптимальное, там, эффективное и так далее. Все эти вопросы, они как раз рассматривали здесь в лекционной работе Агеева Кирилла Анатольевича, что говорит об актуальности выбранной тематики. Две важных задачи он решает. Он строит более точные модели, чем раньше были, использовались, и предлагает сценарий распределения, сегментирования ресурсов между поступающими потоками и находит способы оценки и характеристик реализации этих сценариев. Ну, ответить на вопрос, какой сценарий лучше, а какой хуже, можно только с помощью инструментария, который основан на построении соответствующих математических моделей. Значит, появлению математической модели предшествует разработка функциональной модели исследуемого объекта. При ее построении следует соблюсти компромисс между детальностью описания процесса распределения ресурса и возможностью последующего расчета характеристик обслуживания поступающих сессий связи. Это очень важный этап исследования, от него во многом зависит возможность использования полученных результатов. И автор, на мой взгляд, успешно справился с решением этой задачи. Хотя все-таки он сделал несколько избыточный крен в сторону детальности описания процесса распределения ресурса. За детальность надо платить, использование большого числа параметров, а где их брать, в практических положениях не совсем ясно. Ну, по крайней мере, когда у нас есть более точная модель, это некие критерии оценки, так сказать, менее точных моделей, по крайней мере. Результаты, относящиеся к построению исследования функциональной модели планировщика ради ресурсов, рассмотрены в первой главе диссертации. Ну, после появления математической модели начинается этап ее исследования. На этой стадии соискатель должен показать свою квалификацию и тот набор навыков, которыми он обладает для разработки эффективных средств оценки характеристик качества обслуживания поступающих запросов. Ну вот в диссертации показаны использование полученных ранее методов оценки характеристик на основе рекуррентного сверточного алгоритма, решение системы уравнения равновесия традиционными методами, построение приближенных методов, и, наконец, проведение эмиссионного моделирования с целью проверки точности приближенных результатов. То есть весь комплекс инструментов, которые исследователь должен при моделировании сетей и систем связи иметь пользоваться, он был показан. Надо сказать, что используемые приемы более-менее стандартные, но они применяются для новой модели, и поэтому их реализация требует хорошего владения соответствующим аппаратом, что автор и продемонстрировал. Ну, в заключительной главе автор перешел уже к таким более практическим вещам, в частности, анализу различных сценариев распределения ресурсов. На качественном уровне здесь все понятно. Если трафик с гетерогенными свойствами служит в общей среде, то мы добьемся максимальной загрузки единицы ресурсов. Однако часть потоков либо получит непланированное преимущество занятия ресурса, а другая часть будет, наоборот, испытывать большие потери.
Значит, другая крайность, мы берем общий ресурс, нарезаем на слайсы и не даем возможность их использовать отдельным потоком или группам потоков с близкими свойствами. Делая так, мы создаем условия по дифференциальной обслуженной сессии, каждая из них будет получать требуемые характеристики качества обслуживания с точки зрения потерь. Однако при этом загрузка единицы ресурса будет невысокая, и, следовательно, окончательный итог, выраженный в потребности в ресурсе, будет завышен. Ну и истина лежит где-то между этими предельными случаями. Значит, должен быть какой-то гарантированный минимум ресурса и некая часть для общего пользования. Вот тут есть разные реализации вот этого подхода. Но вот соотношение между величинами ресурса, оно зависит от параметров трафика и показателей качества обслуживания и должно определяться с помощью математических моделей, что автор успешно и показал. Ну, как вот следует из того, что я сказал, результаты, полученные из дисциплинарной работы, имеют теоретическую и практическую значимость и более подробно соответствующие суждения у меня сформулированы в письменном отзыве. Ну, по теме диссертации опубликовано 15 работ, в том числе в одном издании ВАКа Российской Федерации, из списка Данкру ДН, а также в 7 изданиях, входящих в базу цитирования Scopus и ВОЗ. Апробация была проведена на международных и наших отечественных конференциях и семинарах. Результаты работы, кстати, результатами работ диссертационными соискатель отчитывался в грантах РФФИ и не в одном гранте. Так что все здесь хорошо. Ну, автореферат полностью соответствует и в достаточной мере отражает основные положения диссертационной работы. Замечания. Вот три замечания здесь у меня имеются в отзыве. Первое замечание. В главе 1 при проведении аппроксимации функции распределения требований к ресурсам желательно было указать критерии, которые использовался при подборе параметров аппроксимирующих распределений. В главе 3 при проведении численных экспериментов с применением средств дифференциального моделирования непонятно, по какому принципу прекращается моделирование. В данном случае стоило бы явно указать, что является критерием остановки. Ну, количество обработанных заявок или критерий, основанный на вычислении доверительного интервала. Ну и последнее замечание. Оно относится к значительному числу опечаток и стилистических недоработок. Это, конечно, так слегка печалит, но я думаю, время есть. И в будущем автор избавится от этого недуга. Ну, указанные недостатки не снижают научную ценность полученных результатов. Ну и заключение по работе следующее. Диссертационная работа Агеева Кирилла Анатольевича на тему «Система массового обслуживания дискретным распределением требований к ресурсам и их применение к расчету вероятностных характеристик беспроводных сетей» является законченной научно-конституционной работой, содержащей новое решение актуальных задач, возникающих при управлении распределением ресурсов базовой станции. Работа соответствует требованиям, предъявляемым диссертациям для соискания ученой степени кандидата физико-математических наук согласно пункту 2.2 раздела 2 положения о присуждении ученых степеней Федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего образования Российский университет дружбы народов, утвержденный ученым советом РУДН, протокол номер 12 от 23.09.19 года, а ее автор Агеев Кирилл Анатольевич заслуживает присуждение ему ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 05.13.17 теоретических основ информатики. У меня все. Большое спасибо, Сергей Николаевич. Есть ли вопросы к Сергею Николаевичу? Если вопросов нет, слово для ответа официальному клиенту предоставляется искателю. Согласен со всеми замечаниями профессора Степанова Сергея Николаевича. Хотел бы прокомментировать второе замечание касательно критерий остановки, критериев остановки медиационного моделирования. В численных экспериментах, которые проводили в диссертационной работе, применялись как и метод доверительных интервалов, так и остановка моделирования при достижении определенного количества заявок. Конкретно в главе 3 имитационное моделирование прекращалось после того, как в системе было обслужено 1 миллион заявок. На этом мой ответ оппоненту закончен. Большое спасибо. Удовлетворен ли официальный оппонент ответами соискателя? Ну, я могу спросить, вот 1 миллион, а если было чуть по, ну, там, 1 500 000 вы пробовали так делать?
пробовать, да, изменений не было. То есть различие было там где-то уже в дальнейшем. Да. Хорошо, спасибо. Большое спасибо. Теперь мы переходим к дискуссии. Кто хочет выступить по заслуженной диссертации? Можно я, Виктор Сергеевич? Да, пожалуйста. В двух частей. Я, во-первых, как заведующий кафедрой скажу, где выполнялась работа. Ну, Кирилл, конечно, несмотря на замечание Сергея Николаевича Степанова про опечатки, да, он фактически 7 лет занимается еще с бакалавриата научной работой на кафедре. Вот эта работа отражена фактически в тех публикациях, которые вы видели. Ну, это исключительно интеллигентный человек, пользующийся уважением, всегда участвующий в учебном процессе, в научных мероприятиях кафедры. Вот, и ну, я надеюсь, что при благополучном стечении обстоятельств Кирилл может у нас на кафедре работать. Вот. Но благополучно, в смысле, что государство даст нам ресурсы для привлечения молодых специалистов на кафедру. Это вот первая часть моего выступления. То есть я очень доволен его работой, как работой аспиранта. Вторая часть по содержанию, но вот я присоединяюсь к замечанию Сергея Николаевича. Я удивляюсь тому, всем нашим аспирантам на кафедре известна работа наших сотрудников, да, в том числе, например, работа Валерия Сенча Наумова и Васильевна Гайдамаки об основе моделирования имитационного, когда случайная величина достигает заданного наперед верительного интервала. Да? И по числу заявок это делается, а с точки зрения заданного, ну, заданного в смысле процентов доверительного интервала. Ну и вообще говоря, пора этот метод применять, и тогда не возникает вопросов ни у кого, как математика останавливает моделирование. И они прекрасно этот метод знают, он в лекции нашей входит. Вот. А по сути работы, значит, ну, работа вот вообще, так сказать, классическое развитие моделей, которые еще там, 50 лет назад начинали у нас в школе профессора Башарина исследовать, сейчас доведены различные модификации этих моделей, которые следуют за технологиями. Собственно, работа состоит в том, что надо в рамках новых технологий развивать эти модели, ну и, соответственно, в ряде случаев развивать и методы анализа. Вот возникла вот в данном случае тоже проблема. Вы видели ее, что когда требуется вычислить некое распределение, то оказывается, что в правой части находятся свертки высокого порядка функции распределения. Когда случайная величина непрерывна, возникают проблемы конкретные по вычислениям. Ну, он честно это сделал, работу, он как бы что сделал? Он сказал, что вот у меня есть исходная техническая задача, давайте я сначала попробую гамма-распределением приблизить эту функцию. Ну, во-первых, плохая получилась сама функция, вот, ну, с точки зрения вот, технической постановки. Вот. Ну, а во-вторых, даже когда это свертывается гамма-функция, все равно вычисление затруднительное с помощью, в том числе, известных пакетов, например, типа Wolfram. Ну, тогда предполагается, делается. Известное решение тоже у нас есть. Это проблема, которая до сих пор не решена в этой части для так называемых ресурсных систем массового обслуживания. Есть тоже одна работа наша, где мы с помощью быстрого преобразования Фурье решаем вычислительную сложность. Ну, как говорится, одно другого не слаще. И идет стандартное решение, когда предполагается дискретизировать случайную величину базовую, получить дискретное распределение, и тогда задача решается с помощью дискретных алгоритмов, в том числе сверточных алгоритмов, которые они исследовали. Вот, собственно, суть работы. Это суть и работы его руководителя научного, собственно, Эдуарда Сергеевича. Да? И вот это сделано, в этой части сделан аспирантом, соискателем некий вклад, да, в развитие этих моделей и понимание наше, каким образом мы можем производить вычисления и строить эти модели. Ну, я в целом доволен этой работой, видел ее на ранних этапах, вот эту работу. Были замечания, конечно, Кириллу по изложению, по различным там, техническим вопросам, но сейчас работа, я считаю, получилась вполне достойной, и можно ее поддержать. Буду поддерживать эту работу как член совета. Спасибо большое. Спасибо большое, Константин Евгеньевич. Есть ли еще желающие выступить в дискуссии? Если желающих нету, тогда предоставляем соискателю заключительное слово. Спасибо. Со своей стороны выражаю благодарность своему научному руководителю, Сотину Эльдару Сергеевичу, за поддержку и помощь при подготовке диссертации.
Также выражаю благодарность заведующему и сотрудникам кафедры прикладной информатики и теории вероятности за советы и неоценимый вклад в мою научную деятельность. Большое спасибо. Теперь для проведения тайного голосования предлагается избрать счетную комиссию в следующем составе. Председатель Грида Макрия Васильевна, члены комиссии Малых Михаил Дмитриевич и Дружинина Ольга Валентиновна. Возражений нет? Если возражений нет, ставлю на открытое голосование. Пожалуйста, Анастасия Вячеславовна. Себастьян Кенин. Да. Александр Николаевич. Да. Ага, у меня выключен. Да, выключен, я включен. Да. Да. Ольга Валентиновна. За. Кирилл Борисович. За. Михаил Дмитриевич. За. Юрий Петрович. Да, поддерживаю. Я? Я за, за. Большое спасибо. Принимается единогласно. Объявляется перерыв для проведения тайного голосования. Я думаю, всем пришли ссылки, и по ним, пожалуйста, пройдите. На корпоративную почту, да? На корпоративную почту, да. Пароль, а как мне добраться до корпоративного? Я вроде вошел в портал вниз. Смотри, пожалуйста. Да, вниз. Ну, не важно, я могу по-другому пойти. Нет. Давай с сайта зайду. Что мне сделать? А, ну, сейчас разберемся. Вот тут. Сейчас не только у вас. Сейчас еще как-то. Что мне набрать? Сейчас. Что-то я тоже не могу войти в почту. Не в почту. Это нормально. Это нормально. Достаточно только ника, да? Нет, все полностью фото тоже. Сейчас я перестал, извини.
Владимир, сейчас. Так, я вот никак не могу проголосовать. Сейчас смотрим. Все сейчас проголосуют, я уверен. Сейчас, потому что почту, да. Ну вот это отлично, да. Сесть. Сергей, получилось посмотреть? Нет. Слушайте, ну я вышел куда-то. Ну давайте я помогу вам. Да, конечно. Сейчас. Так. Давайте мы сейчас. Почту. А в почту все тогда, наверное, сейчас получится. Давайте сейчас мы. Свежую почту, вот голосование. Все, спасибо. И так кнопка. Сейчас надо закладку положить на будущее. Так, сейчас. Сколько проголосовало? Пока 7 из 11. Я задерживаю, Юлия Васильевна, я виноват. Сейчас я проголосую. Сейчас идем остальные. Так, а я никак не могу проголосовать, даже попасть в то место, где голосуют. Нельзя так просто проголосовать. Сейчас. Терпи, Сергей Николаевич. Все спокойно. Да. Проберемся, да. Сейчас давайте спокойно ждем, сейчас голосование пройдет и... Почта голосовать, конечно, удобнее на бумажке. А компьютер – это очень сложная вещь. Это все потому, что у нас специализация компьютер сайенс. Конечно, иначе бы мы бы к этому проще относились. Леонид Антонович, извините, у нас специализация теоретически основа, а не практически. Принимается. Хуже того, когда мы от моделирования вообще. Ну.
Да. Вот у меня сказано, что время действия ссылки истекло, мы отправим вам новую ссылку. А куда ее отправят? Вот все. Юлия Васильевна, будьте любезны, зачитайте, пожалуйста, результаты голосования. Только я проголосовал. Да, свет на экране. А? Получается, что проголосовал, Сергей Николаевич. Ну, это что-то интересное. Куда я там только не попадал. Но главное, что проголосовал нужным образом. Сейчас объявлю результаты. Дмитрий Сергеевич, спасибо. На заседании диссертационного совета ПДС-0200.01 по вопросу о присуждении степени кандидата от наук Агееву Кириллу Анатольевичу присутствовало 11 членов диссертации, в том числе 4 доктора наук по профилю рассматриваемой диссертации. В тайном голосовании приняли участие 11 членов диссовета. Результаты тайного голосования: за 11 человек, против нет. У меня все. Большое спасибо, Ирина Васильевна. Кто за утверждение протокола счетной комиссии? Прошу голосовать. Проведем открытое голосование. Анастасия Вячеславовна, прошу вас. Александр Николаевич. Посиди немножко, сейчас закончится. Александр Николаевич, за протокол счетной комиссии голосует за? Кто? Я? Да. Я за. Будет плохо очень слышно, кстати. Юрий Васильевич. Да. Ольга Валентиновна. За. Евгений Борисович. Я за. Дмитрий. За. Так, Юрий Петрович. За. И Сергей Николаевич уже голосовал. Да, я в не очередь сказал. Большое спасибо. Протокол счетной комиссии утверждается единогласно. Теперь нам нужно принять заключение по рассмотренной диссертации. Проект заключения был разослан членам совета.
Есть ли дополнение, изменения? Нет. Если дополнений, изменений нет, то прошу проголосовать за текст заключения. Открытое голосование. Прошу. Леонид Антонович. За. За. Константин Евгеньевич. За. Дмитрий Сергеевич. За. Я за. Александр Николаевич. Да. Юлия Васильевна. Да. Ольга Валентиновна. За. Евгений Борисович. Я за. Михаил Дмитриевич. За. Юрий Петрович. За. За. И Сергей Николаевич. Я за. Таким образом, заключение принимается единогласно. Диссертационный совет установил, что диссертация на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук, представленная Агеевым Кириллом Анатольевичем, является научной квалификационной работой, которая содержит решение актуальной задачи построения моделей ресурсных систем массового обслуживания с дискретным распределением, требованием к ресурсам и сигналам для анализа показателей эффективности беспроводных сетей с подвижными пользователями, в том числе в условиях сегментирования радиоресурсов, имеющие важное научное значение. Работа отвечает всем требованиям диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 05-15-17 «Теоретические основы информатики» согласно пункту 2.2 раздела 2 положения о присуждении ученой степени Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования Российского университета дружбы народов, утвержденного ученым советом РФ протокол номер 12 от 23.09.2019. На основании тайного голосования Агееву Кириллу Анатольевичу присуждается ученая степень кандидата физико-математических наук по специальности 05.13.17 «Теоретические основы информатики». Есть ли у присутствующих замечания по ведению заседания? Нет. Если замечаний нет, тогда разрешите поздравить Кирилла Анатольевича с успешной защитой диссертации. Повестка дня текущего заседания исчерпана. Поздравляем, Кирилл Анатольевич. Я отключаю запись заседания.